Вы не обратите внимание, вот эти спектры, которые вы показывали, они не соответствуют тарированному образцу. Это, по крайней мере, не то содержащий уголок. Это в высшем случае письменно. Вот цветовые рельгинщики, они вот это вот знают. Я хотел бы спросить, что за график вы использовали, который расступался? Ну, какой был размер областей, вот, скажем так, вот без дефектов графенного фрагмента? Изначально для получения суспензии использовался, если не ошибаюсь, очищенный природный графит. Характерный размер доменов для него должен составлять 3,5 микрон. Характерные размеры частиц, которые даже латеральные мы смотрели изначально после раскрашивания, такой, что все, ну, границы доменов не должно было остаться, все должно было перекрашиваться. То есть, когда мы думали, как должны происходить процессы раскалывания, вторирования, вот первое, что до этого привыкли делать, когда мы работали с доменами, тут доменов нет, остаются вот. Постоянном размере вот это зерен графена не определяли, вот там более его типичное, так сказать, сейчас что делают. Значит, РСТМ не работали, есть свежие данные, полученные СТМом, но вот это. Мы характеризовали наши пленки в большей степени физическими методами. Значит, смотрите, допустим, определяли диэлектрическую константу пленки. Известно, для графена это десятка, для окисленного графена это 4 с копейками, и для второго графена 1,1. Из наших измерений получался 1,1. То есть это уже однозначно говорит, что это не окисление. Это первое. Второе. Разные соединения отличаются разной стабильностью, температурной стабильностью. Значит, если это окисление, мы должны были видеть, ну, градусов 200-300 изменения, восстановления уже вот, изолирующих свойств. Мы видели это восстановление при 450 градусов, то, что характерно для второго графена. Энергия активации этого процесса 2 электрон-вольта, та энергия, которая известна для второго графена и так далее. То есть у нас есть достаточно много доказательств, что не окисление. Значительный эффект уменьшения размеров на частиц в результате тарирования. Нет, там наоборот, по мере старирования частицы, вот у них уменьшается толщина, у них уменьшается ширина. Если на картинке посмотреть, это до старирования, это вот 10 дней старирования, это 60 дней старирования, то есть уменьшается. Возможно, не в ту сторону мышка водила или еще что-то вот так. Вот здесь тоже пленка до старирования достаточно грубоватая и плоская, хорошая, однородная после. Возможно, где-то что-то не в ту сторону выпало.